Здравствуйте. Опять на работу. Каждый день одно и то же. Как же я от этого устала. Сегодня поговорить нужно с инструкторами по спорту об их мероприятии, провести общелагерную игру, на обеде выслушать несмешные шутки диджея. В общем, все как обычно. Это же ребенок из второго отряда, Руслан. Надо ускорить шаг, чтобы он меня не заметил. Кажется, заметил. Не успела. Но сейчас начнется. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. А я только что с зарядки. У меня бегает целых 2 круга. А сейчас он спросит, вам правда понравилось? Вам правда было интересно? Что же ему сказать? Я же не могу врать. Просто улыбнусь и пойду дальше. Леша, фантик подбери. Это не мое. Как это не твое? Я же только что видела, что ты этот фантик выкинул. Я сюда отдыхать приехал, а не за вами фантик выбирать. Если вас напрягает, то вы ее берете. Да ты вообще грубьян! И чему тебя только родители учат? И зачем ты вообще сюда приехал, если даже с собой фантик убрать не можешь? Если вас напрягает, вот вы ее уберите. Анастасия Сергеевна, Леша мне так нравится. Он сильный, добрый, заботливый. Пап, куда ты меня привез? Ну какие могут быть у меня дела? Плохо? Ты же сказал, что здесь пятизвездочный лагерь. Тут даже одной звезды нет, кроме меня. А я? Ну ладно, 2. Это она про лагерь говорит? Я как педагог должна это остановить. Как же ее зовут? Маша, Наташа, Карина? Ай, ладно. Солнышко, как у тебя дела? Ладно, пап, не могу больше говорить. Нормально. А если все нормально, зачем жаловаться? Не понимаю. Леша, ты просил воды! Да не мне ей! Вставай уже! Что с тобой случилось? Может, позвать медиков? Воды? Ну? О, привет, Серёж! Маш, ты меня кормочек забыла! Катя вроде. Кажется, я Анастасия Сергеевна. Что теперь делать? Главное никому об этом не говорить. Иначе подумают, что я сошла с ума. Точно. Катя, толстая, некрасивая, вообще с ней скучно. Зачем она мне все это говорит? Точно, я же Катя. Я должна думать, как она. Что бы Катя у нее спросила? С чего ты это взяла? Ну, я только что видела, как Леша гулял с этой Аленой из второго отряда. Ну и слава богу. Зачем тебе такой грубьян? А, я же Катя. С этой девочкой из второго отряда? Да ты в 1000 раз лучше нее. Правда? Конечно. Ребята, все в пол. Теперь это мой отряд. Я буду с ними жить. Я в этом кабинете была всего один раз. Эх, я бы сейчас с отрядом в снайпер играла. Или на танцевальный кружок сходила.
Воу! Интересно, а что бы сейчас делала Анастасия Сергеевна? Надо что-то делать. Я не могу больше находиться в этом состоянии. А где в это время могу находиться я? Мне кажется, еще немного, и я просто сойду с ума. А что она плачет? Вот у меня проблема. А у нее что? Пап новое платье не купил? Или ноготь сломала? Одним словом, избалованная. Интересно, а они дружат с Катей? Сейчас проверим. Привет. Что случилось? Почему что-то должно случиться? Все нормально. Но я же вижу, ты плачешь. Знаешь, все говорят, что я избалованная. То, что у меня все есть, мне не о чем беспокоиться. Но на самом деле, мои родители, им не хватает на меня времени. А мне их внимание. Мне даже поговорить не с кем. Я бы об этом никогда не подумала. Ты должна расстраиваться, ведь твои родители делают все для тебя, а это очень важно. Ой, подожди, мне кажется, папа звонит. Спасибо, Кать. Пожалуйста. Привет, Кать. Что грустишь? Настроение плохое. Что с тобой? А что, опять лицо шоколадом измазал? Просто ты даже не грубишь. Ты же не грубишь, значит, я не грублю. Слушай, а я Ксюшке смогу понравиться? Конечно, можешь. О, Ксюха, я побежал. Катя, ты не представляешь, у меня такая новость. Что случилось? Я пошел кастинг в театральный кружок. И мне дали главную роль, и вот столько текста. Театральный кружок? Никогда бы не подумала, что он творческий. Мне казалось, что он просто постоянно что-то болтает. Кстати, он мне что-то рассказывал утром про театр. Просто я его не услышала. Чего ты сидишь? Пошли быстрее на снайпер! Никогда бы не подумал, что быть педагогом так сложно. Раньше я совсем не замечала, что у каждого ребенка есть свой внутренний мир и свои интересы. Анастасия Сергеевна, поберегитесь! Катя, берегись! Все хорошо? Катя? Ура! Я снова Катя! У тебя все хорошо? У меня все просто отлично! Руслан, ты же прошел в театральный кружок. Я в тебя всегда верила. Откуда она знает? Я ведь только Кате говорил. Давно хотела сказать, что Лёша очень хороший мальчик. Лиза, где Полина? Да её папа забрал, сказал, что соскучился. Соскучился? Моё личное достижение – это то, что я понимаю их, а они понимают меня.